Хай, всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Orcs Must Die и заканчивать уже, наверное, эту игрушку. Хотя нет, еще не заканчивать, потому что там еще будет какие-то эти. Смотри, вот здесь выбор компании, двойные неприятности, еще какие-то 5 уровней есть. Ну да ладно, короче, мы тут все прошли. Пока что тут у нас один черепок, но мы это потом пройдем. Тут у нас следующее, а ну улучшение, еще по улучшениям. Блин, не хватает, сука, ладно. Толчея какая-то, толчея бой. Ух ты, ё! Новые эти, как их называют-то? Подожди, а как оно работает-то? Чё-то не понял, подожди. Это он раз, раз, и чё? Жирнов. Жирнов. Так, места много, дверей без счёта, подходы со всех сторон. Ну, действительно. Здорово, просто здорово. Так, тут у нас есть катушка. А, хорошо, смотри. У нас есть... Что? Это как? Подожди, сейчас. Нужно... Ой, блядь. Ой, извиняюсь, спасибо. Сейчас мне нужно разобраться, как тут что где работает. Смотри, они откуда вообще будут идти-то? Это куда? Это... Ага, вот двери, хорошо. Есть одна дверь, вижу. Есть другая дверь, точно с такой же стороны, да? Смотри. Да, и тут еще будут летающие. Ах ты, сука. Падла. Так, ладненько. Хорошо, они будут идти сюда. Тут у нас что вот это вот? Они будут спускаться вниз. Они будут идти сюда. Такие красавчики идут. Смотри, смотри, смотри. Идут, идут, идут. Такие раз и заворачивают вот сюда. То есть, мне нужно здесь перекрыть. Ага. Хуёвенько, скажем так. Эти будут заходить отсюда. Ой, блядь, у меня сейчас вообще соображений никаких. Ладно, б. Так, ну берем по стандарту. Кто у нас тут есть? У нас тут огр в доспехах. Блин, воскрешалки быстрые. Псов нету. Летающие. Ну, летающие здоровые. Мелочи не будет, но это хорошо. Ладно, берем, короче, как обычно. Ледяной, огненной. Огненной. А что это делает? Затягивает врагов под... подошедших слишком близко. Работает, пока не забьется. Ну ладно. Так, берем вот это. Как обычно, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я думаю, лучники нам пригодятся, скорее всего. Берем, короче, мы... А ну-ка, стопешка. Как у нас тут устроен мир? А у нас тут устроен мир не очень-то и довольно-таки хреново, да? Блин. Придется здесь булаву не брать. Ее некуда здесь поставить просто. Хорошо, булава у нас минус. Ну, возьмем тогда... арбалет по-любому возьмем. Чего бы его такого еще взять? Серу. Давай арбалет я потом возьму. То есть где-то туда, подальше, подальше, подальше. Вот сюда где-то. Возьмем, короче, возможно, давай вот это возьмем. Может быть, типа, где-то будет отталкивать. Возьмем серу и возьмем арбалеты. Вот так. Так, а на вешку, ну, скорее всего, вот эту. Пора впустить сюда потому тьму, что дружу, более нет. Так, а откуда будут идти первые? Вот отсюда? Ну, скорее всего. Я думаю, как? Перекрыть или здесь... чтобы они шли вот так. И потом перекрыть вот так. Чтобы они, типа, вот такой круг. То есть, вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Чтобы они вот тут заходили. Вот эти, которые там будут идти, они вот так круг накидывали и заходили с одной стороны. И эти будут идти с одной стороны, чтобы я всех, всех вот здесь встречал. Типа так. Можно, нет? Давай попробуем. Все-таки. Смотри. Вот тут вот так раз, два, три. Они идут сюда. Мы делаем тут раз, два, три и четыре. Для вас небольшой сюрприз. Смотри, отлично. Вот отметочка. Так, откуда идут? Нет, отсюда идут. Сверху, блядь. Ладно. Они прорываются. Ой, там уже и летающие сразу же идут. Вы чё? Пацаны, так нечестно. Сразу летающие. Не. Блядь, их там такая херня бежит просто миллион. Да, может, убьешь, нет.
Так, ладно. Ржем их, жжем их, жжем их. Ха-х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 а. Так, ну хорошо, пока что держим. Блин, но все равно ловушки нужно будет ставить. Да ладно, уже так добью. Короче, смотри, сюда они пока что не пройдут. То есть они будут бежать вот так. А тут мы будем уже ставить все. Типа вот такую херню. Блин, теперь с той стороны идут. Сучки. Так, а как мне побыстрее туда шмальнуть? Ага, портал какой? Правый, левый, правый, левый, правый, левый. Вот сюда, вот этот. Хорош. Так, пацаны. Не пихайся! Кто тебя там пихает? Сейчас как дам, бля! Стрелой в глязь! Кто там пихает, ой-ка? Стоп, летающие! Нет? А летающих нету или что? Вот от летающих надо просто смотреть, потому что их, если их провтыкаешь, это просто пипец будет. Это неудача. А, жопы горят, да? Так, хорошо, ну смотри, эти будут бежать очень сильно долго, так что их... Вот эту волну можно, в принципе, оставлять. Главное не забыть про гребаных летающих. И, возможно, тут нужно будет дохерища просто настроить этих, как их называют-то, арбалетов, во. А, 4. Так, быстрые, что ли? Или что это там? Точно быстрые, сука. Так, ладно, этих сейчас пока что... Хотя они же будут бежать, короче, вот сюда все, правильно? Ну-ка, смотри. Они же там не пройдут? Эй! Упырь! Долбоёбы. Да, смотри, они бегут сюда, отлично. Все, что ли? Ой, блядь! Ни хрена тут прибежала. Так-то толпень. Маленькая, да? Совсем ушки. Блять, некуда прицепить, что ли? Как так-то? Фу! Блин, там этот идет. Воскрешальник. Не, ну все равно замедление рулит. Так. Они уже проходят сюда. Я не вижу ни хрена. Так, прошли, они провалились. Так, это не работает, хорошо. 5 чуваков прошло, это не работает. Нужно, короче, как-то их то ли быстрее выбивать, то ли что делать, не знаю. Хорошо. Так, арбалет, арбалет, арбалет. Нужно здесь максимально вот тут наставить как-то. Подожди. А если я сделаю еще вот так? Они даже не заметят, как это сработает. Они же вот сюда будут только идти, правильно? По вот этому пути. Мы будем здесь тогда ставить, короче, вот так вот. Прям кучу-кучу всего. А где бы лучников поставить, а? Их тут даже негде поставить, если честно. Чтобы они стреляли. Хотя можно вот здесь, я же не думаю, что там собак же не будет. Вот тут же их не будут трогать. Не будут забегать и их бить. Типа вот сюда, чтобы они смотрели. Вот так, в спину им стреляли. Готов служить. Укажите мне служу, альянс. Готов служить. Укажите. Надо попробовать, кстати. Так, 1500 у меня. Нет, пока нет. Может, еще увидимся. Так, ладно, тут идут. Хорош. Ладно, нам главное первый раз понять, как играть. А мне бы еще главное посмотреть, не будут ли они забегать туда и бить на моих лучников. Да я ж тебе в голову стреляю, это сучка. Собака доет. Так, хорошо, лучников они не бьют. Но лучники стреляют, смотри, да? Они же стреляют. Красавцы! Валите их! Валите, бля! Так, мне нужно как-то там оборону выстроить нормально. Хотя у меня, блин, денег же было куча, а я их просто не потратил.
Можно же было потратить деньги и там выстроить все нормально, и предыдущую волну нормально пройти. Ха! Блин, мрут, смотри как. Не вижу ни хрена. Ой, нос чешется, подождите, пацаны. Так, лучники ебашат нормально. Так, хорошо. Теперь мне нужно вот тут еще вот так поставить. Так, а что у нас с напольными? С напольными у нас так-то все, да? Блядь, летающие. Летающие их лучники же не завалят. Надо самому их бить. Так, есть. Что там? С этой стороны идут. Блять, быстрее, падлы, 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 падлы. Еще и лучники, ага. Ах вы ублюдки. Да слышь, земля, блин, не бей. Че это? Че это, блять? Че за звук? Там серьезно, что ли? Там опять летающие прошли. Охуели, блядь. Я ж думал, одни один раз они всех лучников положили. Я ебал. Вот, блядь. Они просто всех лучников завалили, представляешь? Вот тут ублюдки. Так, а лучников-то у меня нет теперь. Там быстрее, что ли? О, здорово! Куда ты стреляешь, блядина ты, ёб твою мать? Чё, не видишь там эти? Да вот этого ёбни! Хорош. Так, тут что у нас? Все нормально? Окей. Так, там кто-то горит. Пацаны горят. Отлично. У меня 4000, надо что-то строить. Так. Ой, там что-то здоровое топает. Ты, сучка, оббегаешь, что ли? Ты видал? Он оббегает, падла. Блин, не хватает. Да, сука, грёбаный этап. А, там этот. Может, ты попадешь? Нет. Ну, этот никчемный, это понятно. Фу! Так, лучники, что вы там, живые, да? Видишь, лучников здесь не вариант ставить, потому что, блядь, летят огненные, сука. Я не успею за ними проследить никак. Просто никак не успею я за ними проследить. Они вот туда, вот тут вылетают и сразу же начинают моих щемать. То есть лучников здесь, в принципе, негде поставить. Вообще негде, разве что возле самого портала. Хер того знает. Чтобы они хотя бы вот тут стреляли, вот так вот. Вот эту вот толпу, которая будет вот тут бежать, они будут вот тут расстреливать. Возможно, так, вариант. Можно сделать вот так еще, чтобы по кругу шли. Вот тут можно... Не, хотя не надо ставить, потому что будут пробивать. Смотри, воздушные тут будут идти с этой стороны, интересно? С этой стороны вроде не будет, да? Можно с этой стороны лучников наставить. С этой стороны вроде нет, смотри. Можно вот тут их наставить. Они будут, вот, не знаю, как стрелять вот сюда, что ли. Или лучше вот тут их поставить, чтобы они вот так стреляли по дуге. Короче, я хер того знает. Давай, ладно, вот так поставим.
Раз, два, три, четыре, пять, говорю, шесть, хорош. Так, смотри, теперь нам нужны арбалеты. Нам нужны... Что у меня еще есть такое интересное? Мне ничего нет интересного. Возможно, я потрачу... Не, не так, вот. Да не, не так, вот так. А тут, короче, поставить замедление, замедление, замедление. Тут поставить... Вот так. Вот так. Так, смотри. Тут, блин, не влазит, сучка. Давай на одну клетку меньше А чё нельзя? Слышь, а чё ты не можешь посередине поставить? Ты сейчас серьезно? А, вот так же я хотел, да? Вот, тут же они пройдут. Пройдут. А чё нельзя поставить тут-то? Чё за херня? Я просто, чтобы вот тут впихнуть. И тут можно поставить... поршень будет отталкивать. А, тут, в принципе, больше нечего поставить, да? Небольшой сюрпризик. Я сейчас настрою, короче, всякой херни. Тут я поршень не буду ставить, потому что, возможно, будет перекидывать. Нахер? Нахер надо? 1800. 9. Ну, я хер того знаю, что еще поставить. Может быть, серый еще вот здесь наставить. Хотя, подожди. У нас получается... Херово все получается, отвечаю. Нолик. Давай так. Четыре. Четыре поставим вот здесь. Две штучки еще, ладно. Так, откуда что, где, куда? Там быстрые бегут. И тут летающие скоты. И быстрые, блядь. А вот там щемаешь-то этот арбалет. Ну, быстрые там вряд ли пройдут. Хотя, может быть. Кто там побежал? Ох ты! А чё никто не идет? А тут лучники же есть. Чё-то... Блядь, там было где-то... Чуть не упал. Так, кто тут? Пацаны, пацаны, пацаны. Ранда-дай-да-дай-да-дай-да, пацаны. Хедшот, 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 хедшот. Чуваки, у вас хедшот так-то не работает. Слышь! Жесткий, да? Чё там, кто там, кого там? А лучники сюда же достают, нифига себе. Вот этот нормалек. Лучники и сюда достают, да? Ладно. Тут у нас, в принципе, волна такая неплохая. Хотя не зря я сделал это. Зря я сделал, потому что эти будут стрелять в одну и ту же цель. Летающие там есть? Летающих нет, но тут дохера арбалетчиков. Ау. Ах ты, сука. И попал. Так, вот эти вот ублюдки, которые воскрешают друг друга. Смотри, это падлы какие. Тут все? Кто там еще? Куда ты шмаляешь? Вот падла. Ха! Ха! Кто прорывается? Где прорывается? Кто не прорывается? Не ври мне тут.
них живые там? Лучника одного ушатали, серьезно? Это вообще как, блядь? Это все? Да, здесь, конечно, немножко, наверное, скорее всего, без лучников придется обходиться. Абсолютно без лучника. Блин, летающие идут. Еще и быстрые. Переваете. Чё это в меня попало? Чё это в меня сейчас попало? Так, хорош. Вроде пока что все нормально, да? Более-менее. Так, ладно, там идут хорошая толпа идет. Смотри, какая вообще нереальная. Ууу, тут толпень просто ядрёна вошь. Ха, бля. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-хни. Блин, дурак. Блин, я неправильно сделал. Надо перестроить. Ты живой? Летающие твари! Твари-твари-то! А, как вы пролетели-то, блядь! Вот видишь, все, провтыкал летающих, и пипец. Я же думаю, они один раз пойдут. Нет, они, блядь, еще два раза полетели. Какого черта хера? Вот тут надо перестроить, короче. А, вот тут надо сделать... Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Вот так. И вот так они вот тут будут проходить. А, серьезно? Бляха. А чё? А тут есть, а там нельзя поставить? Серьезно? Ладно. Так. Грёбаные ублюдки. Так. Ну, в принципе, вот так нормально. Они будут вот так заходить. То есть и эти отсюда, и эти туда. И эти будут попадаться на эти ловушки, и этот будет попадаться на эту ловушку. Возможно, такие. Хотя я могу здесь сделать тоже такую же херню. Типа это вот так. И вот так. Вот так. Ну, хер того знает. Лучников, блин, убивают. Короче, я лучников уберу, наверное, скорее всего. Только я их прокачал, блин. Ой, бляха, ты знаешь. Их просто негде поставить, их будут арбалетчики сносить. А если их поставить вот так? А, вот сюда. Служу альянсу. Готов, вы готов служить. Готов, голову подстрелить, приказать. Может быть, так будет лучше? Готов. Хер того знает. Короче, ладно, гоу. Еще две волны, бляха. Так, летающий. Там что-то здоровое идет с той стороны. Ну там, походу, огр. То, что в броне, наверное, да? Или кто там? О, ну и а, не, огненный. Да, это сынок. Развалился, как скотина. Да быстрее, падла. Ну, в принципе, так лучники более-менее стоят. Ну, не знаю, надо пробовать с арбалетчиками, потому что арбалетчики-то их стреляют по-жесткому. Чё там, нормально, пацаны, работает? Тактика нормальная? А я просто... Ой, арбалетчики, сука. Ублюдки. Да их там просто разносит. А кого там еще бьют? А, там же еще идут. Хорош. Так, ну в принципе тут нормально, смотри, все работает. И можно еще вот здесь поставить, это тоже как вход, типа. Тут все нормально. Вот тут почему не ставится-то, не пойму. Блять, вот это летающие падали, падла, вот это их главное не провтыкать. Нифига себе.
тут арбалет сносит так-то. Привет, пацаны. Да? Ты уверен? Ты уверен, блядь? Ты точно в этом уверен? Блядь, куда ты? Нахера ты эту штуку сбил-то? Я же вообще не туда стрелял. Ага. Еще раз падла летят. Видишь эти падлы какие? Сука. Так, кто там? Тут все нормально. Так, тут у нас два арбалета висит. Там арбалета висит одна. У вас тут так-то дохера. Тут все нормально, да? Да, тут все работает отлично. Блин, ну конечно, я уже на 5 звезд не пройду, то есть на 5 черепков. На 5 звезд. Так, последняя волна. Так, хорошо, последняя. Ладно. Поставь куда-нибудь, блядь. Хорош. Ты чё, пробежал, что ли? Стой, а ну-ка стой! Стой, бля! Так, там что там, летающие, да? Я не понял, как они летят. Они летят вот так, поверху, а потом вот тут заворачивать, что ли? И когда он спускается туда прямо к порталу. Где они? Вот они! Суки, насыка. Все тут, нормально все? А, тут нормально, разбираются, отлично. Мне главный этап пока что пройти, а там потом разберемся, как его пройти. По-нормальному. Ну, лучников здесь не вариант ставить, я так понимаю. Потому что они плохо видят этих летающих. Там такой выход, такой какой-то неудобный вообще. Ой, там здоровый идет. Ты живой? Блин, он вообще никчемный. Кто еще? Ти! Ой-ёу! Ой, здорово, чувак! Ах, вы падлы такие. Двое. На! Давайте, пацаны, жгите его, жгите паскуду. Все, хана ему. Да, ладно, прошли. Где-то черепка на 2, на 3, я думаю, прошел. На 3, да, нормально. Так, меню компании, ладно. Смотри, у нас осталось 2 этапа улучшения. Блин, что это? Жертвы ловушки со спорами сильнее и их труднее убить. Пряные грибы. Это что-то типа аркана или что? Типа, я не понял прикол. Ладно, разберемся. Я думаю, булава гораздо дальше стоит. Ладно, разберемся в следующей серии. Что мы будем туда ставить, что не будем. Короче, в общем, серию... это прошел, но не очень сильно хорошо. Я подумаю еще над тактикой. Может, мы как-то ее перестроим, переделаем и сделаем все нормально. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Orcs Must Die. Всем пока.